Многочисленные кружки для подростков, фотостудии, кинозал, кулинарная мастерская, швейный цех. Все это и многое другое в Мамадыше можно объединить одним словом – ММД. Здесь любой желающий может найти себе занятие по душе. Дети и подростки с удовольствием посещают занятия по рукоделию и рисованию. Хожу на рукоделие несколько месяцев, мне здесь очень нравится. Мы здесь делаем очень много разных красивых поделок. Я делала здесь сладкие букеты, делала цветы в горшке. Вчера я делала домик гриб из соленого теста. Сегодня мы делаем брошку-ромашку. Здесь очень много света, очень красиво. Желающих посещать эти кружки становится все больше. Здание нам очень нравится. Очень светлые, очень много окон. Это как раз-таки важно для нашего кружка. Я веду кружок рисования. Вот. У меня 4 группы детей от 40 до 50. Возрастной охват разный, то есть школьного возраста. Но есть и которые уже постарше. В просторном зале ММД трижды в неделю проводятся занятия и по хореографии. Ребята начали подготовку к республиканскому фестивалю «Созвездие Йылдызлык». Я хожу уже 3 года. Мне очень нравится. И тут в ММД очень красиво и очень хорошо. Для более взрослой молодежи работает фотостудия. Здесь занимаются студенты Мамадышского профессионального колледжа. Учатся обрабатывать фото, видео, проводят фотосессии. Здесь есть возможность и зарабатывать, говорят они. Можно, допустим, арендовать фотостудию у нас. И также, допустим, заказать какой-нибудь ролик или визитки. Тут как раз-таки есть для этого подходящее оборудование. Также в ММД работает штаб волонтеров района. Сегодня их насчитывается около 60 человек. В основном школьники, студенты, спортсмены. Мы хотим полностью объединить все отряды Мамадышского района. У нас по этому плану есть проект 3D «Дорога добрых дел». Вот. Сейчас мы активно подаемся на гранты, пытаемся выиграть финансирование. Нам очень сильно помогает, конечно, молодежный центр ОДМС. Они предоставляют нам помещение, на котором мы базируемся. Также предоставляют нам автобусы для поездок. Игровая комната для детей, компьютерный зал, швейная мастерская, интерактивный тир, бильярдная, кинозал – все это работает ежедневно до последнего посетителя. Коллектив в целях ознакомления населения своей деятельностью выезжает в учебные заведения района, рассказывает о возможностях, которые предоставляет ММД для детей и молодежи. Есть проблемы в кадрах, признается руководитель молодежного центра Эльвира Хайрулина. Это даже должен быть и не СММщик, это и не человек, который может снимать, это, наверное, человек, может, который креативно мыслить, например, развивать нашу страничку, потому что молодежь, она сейчас все получает из социальных сетей. Он там видит и приходит. Более взрослое население, оно, допустим, уже читает из мессенджеров, да? Еще более взрослое население где-то на сайтах или по телевидению. То есть нужно же разностороннее и разновозрастное, чтобы была потребность. Молодежный центр нередко приходит и инициативная молодежь с предложениями амбициозных проектов и целей. По словам сотрудников молодежного центра, для таких людей двери ММД всегда открыты. Фаузия Нургалимова, Тимур Мухаметханов, Эльшин Худинов. Новости Татарстана.